Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, сегодня 24 мая 2021 года. Я сегодня снимал видео у соседей, белую спирею вангутта, но у них большая уже, где-то 1,75 м в высоту, а наша, вот видите, маленькая. Маленькая, да удаленькая. Жена ее выкохала, можно так сказать. Корешок был маленький, маленький. И она водилась с этой спиреей вангутта, как с маленьким ребенком. Возилась, да и будет возиться, пока она не вырастет. Не вырастет. С маленького корешочка. Смотрите, какая красота. Получилась белая спирея вангутта. Маленький корешок был. А уже подросла наша спирея где-то на 25-30 сантиметров. Молодые побеги этого года 25-30 сантиметров. Смотри, где-то 25-30 сантиметров. Как жена к ней отнеслась, ухаживала, лелеяла, так и она, белая спирея вангутта, отвечает ей любовью. Отцветет белая спирея. Вангутта от 2 до 3 недель. Красавица маленькая, красавица. Ну все, ребята, всем пока-пока. С вами был Александр Криволап, печенеги. Не забывайте свою спирею поливать теплой водой. Вода должна быть от 15 до 20 градусов тепла. Тепленькая. Холодной не надо поливать, иначе будет ваша спирея болеть. Давайте подойдем ближе. Ай. Смотри, какая красавица, а? Спирея. Вангутта. Маленькая да удаленькая. Вот так с маленького корешочка, наверное, с ноготочек был, выросла такая красавица. Пока-пока.